Так получилось, сложилась жизнь, что я обучение проходил не в сильно большой школе, можно сказать, небольшая сельская школа, где обучалось, когда я пошел в парадка 60-70 человек, когда я ее уже заканчивал, это базовая школа, там было буквально человек 30. Но чем запомнилась эта школа, не столько запомнила школа, сколько запомнились педагоги. Они жили именно вот детьми, которые были в том классе, которые обучались, прививали те ценности, которые есть в обществе. Приятно отмечать, что всю сознательную жизнь, где я сталкивался с учителями, с педагогами, с преподавателями, это были именно креативные люди. С некоторыми преподавателями мы общаемся по сей день. И вот все знания, которые я получил во время обучения в школе, в университете, они сделали отпечаток на моей служебной карьере. Мне в чем-то даже намного легче работать в милицейском коллективе. Поработал я в школе социальным педагогом недолго, предложили службу в милиции. Вначале инспектором по делам несовершеннолетних. Где-то действовали милицейские методы, но где-то очень сильно помогало педагогическое воздействие. Став заместителем начальника РОВД, работа моя, наверное, еще больше превратилась в педагогическую. По простой причине, что если раньше это работа с подростками, то теперь уже работа со взрослыми, состоявшимися молодыми людьми, которые приходят в милицию. Году, это 35 лет назад, я приехала сюда работать учителем математики в Винцуковскую базовую школу. Потом она была на Вияковской, ее закрыли. И проработала в этой школе я 24 года. 6 лет я была там директором школы. В 2009 году я начала работать председателем Переганцевского сельского исполнительного комитета. И хочу вам сказать, что работа педагогом, опыт, который я получила, мне очень нужен. И еще хочу сказать, что профессия учителя – это навсегда. Это остается с тобой всю жизнь. Хочу сказать вам, что я всегда человек, стоящий у доски. Я человек, который преподаю уроки жизни. А жизнь – это что? Это урок добра, это урок справедливости, это урок порядочности, а еще это урок любви к нашей Родине. Я вам хочу сказать, что, будучи учителем, я научилась работать с людьми. Еще, дети, я вам хочу сказать, как учитель, я должна уметь поставить себя на место ученика. А теперь, когда я работаю с людьми, на место вот этого человека, с которым я работаю, для того, чтобы я их могла бы понять. А еще хочу сказать, дети, что профессия учителя меня научила быть артистом. А в жизни вы понимаете, что каждый человек должен быть артистом. Это очень важно, потому что мы должны знать, когда и какую роль исполнить. А еще, дети, хочу сказать, что я была учителем математики. И, наверное, не очень любят дети математику. Но я вам хочу сказать, всегда, когда начинались уроки, я начинала так. Математику учить только потому надо, что она ум в порядок приводит. И поэтому в дальнейшей жизни и тебе в практике любого человека это очень хорошее качество, когда все у тебя в порядке, когда у тебя в порядке в голове, значит, все в порядке. Добрый день, дорогие ребята. Сегодня в преддверии Дня Учителя, профессионального праздника ваших педагогов, меня пригласили выступить перед вами
Я постараюсь вас долго не задерживать. Хотелось бы признаться, что я по профессии, по своей первой специальности я педагог. Это было очень давно. Закончил я свое учебное заведение в 1995 году. Учился я, получал специальность в Санкт-Петербургском государственном педагогическом университете, в Российском государственном педагогическом университете. Поступал в Ленинградский педагогический институт. Ну, тогда такой период в истории, что закончил под другим названием, но тем не менее, по специальности я учился 5 лет, учился на преподавателя географии и биологии. Потом судьба так распорядилась, что я попал в Белоруссию в 95 году. Сразу работал в школе. Первая моя школа, вы ее, наверное, так представляете, потому что по географии часто, наверное, проезжаете через этот населенный пункт. Это была Лепнишковская средняя школа. Был даже директором школы немножко, ну а затем попал в райисполком. Ну и стал работать в культуре. В преддверии Дня учителя все-таки хотелось бы обратиться к вам. Учебное заведение дает возможность получить образование. То есть главный смысл этих слов в чем? В том, что все тут зависит все-таки больше от вас, чем от учебного заведения. Конечно, учебное заведение приложит максимум усилий, чтобы доступно, доходчиво, корректно дать вам это образование, профессионально дать вам его. Но все-таки большая часть зависит именно от вас. Так вот, я желаю вам 100% воспользоваться тем, что вам предоставлено государством, то, что предоставлено вот этим учебным заведением, воспользоваться, выбрать свой путь. Ну и цените тех учителей, тех педагогов, которые дали вам свое воспитание правильное, образование нужное. Я уверен, что вы так поступите.